Напряженным трудом сельские труженики Удмуртии добиваются высоких результатов в выращивании зерновых культур, льна, производства скота и птицы, мяса и молока. Одним из лучших является совхоз Можгинский. В минувшие пятилетки многие передовики совхоза переехали в новые благоустроенные дома. Годовые надои молока на Можгинской ферме к концу пятилетки поднялись с 3700 до 4000 килограмм. Среди признанных лидеров совхозного животноводства бригадир животноводов Фаина Федоровна Мокрушина. Она кавалер ордена трудовой славы всех трех степеней. Три дочери у Фаины Федоровны. У матери учатся они любить свою землю, любить труд, перенимают высокое мастерство животноводов. За что любят земляки Фаину Федоровну? За то, что близко к сердцу принимает заботы и радости каждого члена бригады. В прошлом году ей оказали большую честь и доверие, избрали депутатом Верховного Совета Удмуртской ССР.